Река выведет нас прямо к монастырю. Yeah.
Нормально? Ладно. Пойдем выясним, что тут происходит. Это должно быть больно. Притормози, а то налетим прямо на кого-то из них. Да брось, эти клоуны нас теперь в жизни не так... О, боже мой! Какой кошмар! Как жаль, что камер нет. Так значит, испанцы наставили тут ловушек для защиты золота? Это не испанцы сделали. Ты посмотри на эти шипы. Так, я что-то не поняла. Это наш самолет. Подожди, это какая-то бессмыслица. Зачем расставлять на острове ловушки, если тут полным-полно их же людей? Незачем. Тут была какая-то тварь. В каком смысле тварь? Стоп, ты думаешь, что... Ты слышишь? Что слышу? Ничего. Абсолютно ничего. За нами следят. Что? Хотя, знаешь, нет, мне показалось. Только давай уйдем отсюда, пока не вернулся тот, кто это выживал. Ладно. Сюда! Не высовывайся! У них лазерные прицелы! Раз Роман и Навара оставили своих псов у ворот, значит, они где-то рядом. Слушаю. Охраняйте библиотеку! Не подпустите их к Салливану! Да, сэр. Старик работает на восточной стороне комплекса. Я не знаю, зачем они его с собой притащили. Этому прощелыге нельзя верить. Я его вижу! Да.
назад, а? Он вон там! О, боже, Нейт! Нейт, что-то мне здесь не очень нравится. Да, мне тоже. Как найдем Салливан, так сразу отсюда свалим. Укрытие!
Порядок. Пригодится. Нельзя их пропустить! Так.
Молодец! Давай, я подержу, пока ты не откроешь ворота. Готов? Да, опускай. Нет. Да, просил железно. Это библиотека. Вон там. В парадную дверь ломиться не стоит. Давай осмотримся. Поищем другой вход. Она работала в маленьком баре на Филиппинах. Вы бы знали, какая у нее была сладкая улыбка. Да, господь свидетель, если бы застукала в чужой постели, убила бы на месте. Крохотулька она была, роста метра полтора, не больше. Ее прозвали Волчком, потому что... Да она... заткнись ты, старый хрыч, мы про это уже 100 раз слушали. Ну да, точно, я повторяюсь, с памятью у меня теперь беда. Чего ты там так долго возишься? Может, ты не заметил, но эти книги наполовину гнилые. И они на испанском. Давай побыстрей. Не заставляй босса ждать. Эй, вон там! О, черт. Осторожно. Я его...
Надеюсь, это все не зря. Огонь на поражение! Ну и ну, наконец-то явился. Ну, для трупа ты отлично выглядишь. Все-таки взял с собой девчонку? Девчонку? Эй, если бы не она, тебя бы сейчас никто не спасал. А мы его спасаем? Это как понимать? Признай, Салли, все это подозрительно. Ага. Все-таки это ты их навел. А потом вдруг воскрес из мертвых. Так, стоп, одну минуточку. Роман за мной охотился. Мне нужно было выиграть время. Да, глупая ошибка. Не подумал, что не сядут нам на хвост. Салли, мы бы сейчас летели домой с сокровищем, если бы ты догадался хоть раз придержать свой язык. А ты мог бы проверить у меня пульс перед тем, как сбегать с моих похорон. Ладно, все это уже не важно. А как же это получилось, что ты тут стоишь весь такой живой? Вы просто не поверите. Да ладно! Тебя спас старина Фрэнсис! Да! Я думал, такое только в фильмах бывает. Но больно-то было все равно, ты уж мне поверь. Еще в общем, когда они поняли, что я живой, я убедил Романа, что без меня им сокровища не найти. С тех пор я с успехом водил их за нос и дожидался тебя. И где они теперь? Я отправил их на ту сторону монастыря, где они не найдут абсолютно ничего. Вот. Дрейк во всем разобрался. Таким символом испанцы помечали свои тайные хранилища.
Сокровище спрятано прямо здесь, в этом монастыре. Найдем символ? Найдем и хранилище. У нас есть все, что нужно. Вот здесь. Все подсказки, ведущие к сокровищу. Мы его найдем. Хорошо. Но вот только на этот раз, ребята, не бросайте девушку одну, ладно? Даже не думай, Салли. У нее зверский хук справа. Я это учту. Нет.